Продолжается рубрика «Харьков чинухами», и опять мы на Барабашова. Так. Будем ехать чинухами. Тут выезд на дорогу, но мы прёмся через чинухи. Я тут первый раз катаюсь. Но я видел, что здесь проезд есть с той стороны. О, греет машину. Сюда надо ехать. Блин. Ужаса такая. Так, едем не спеша. Люди ходят. Нам надо прямо проехать. На этом дорога есть по вот тому зданию. Его узнаю. Тут где-то проезд должен быть сплошной. Опять по рядам, конечно. Ну, извините, мне так проще. Нет, не здесь. Вообще заехал, блин. Выехать теперь мне как? Я извиняюсь, извините. Мне надо выехать. Хочу выехать. Думаю, не побьют меня. Это, конечно, жестоко, блин. Ну, лучше потихоньку. Никто ж не ожидает меня здесь. Надо было чуть позже заехать. Ну, реакция нормальная. Как на велосипедиста вроде бы. Вообще, блин, и он охранник. Мы так просочились. Сейчас я выеду отсюда, блин, надеюсь. Надеюсь, я выберусь. Да, я выбираюсь отсюда, вот. Да. Я не специально. Не ради хайпа езжу по рядам. Здесь мы уже были с вами, вроде бы я снимал. Тут я уже как рыба в воде, знаю дорогу эту. Какая там глубокая, мы поедем прямо. Пожарная стоит, что-то что ли заправляется. Так, мы обошли. Конечно, да. Места тут, ух, нифига себе люк. Интересно, на камеру было видно. Там именно такой глубокий проваленный люк. Скачить в него. Да и за аренду, говорят, тут нехило платят. И за въезд платят. Или, не за въезд не платят, и не платят. Ну, местами стоят охранники. Вот собирают. Вот. То есть деньги собирают. А дорога здесь убитая, блин. За что деньги платятся, непонятно. Критик. Ярослав критикует. Так бы чинухов не было, так чинуха есть. Так была бы тут хорошая дорога. Не было бы этого видео. Так что это плюс для меня. Что-то тут не получается у них.
Я оттормозился, реально, так бы я его зафигачил. Жесть, блин. Контент. Я сегодня спас чуваку жизнь. Нажал на две педальки. Танки ждут. Ежи. Именно жесть, блин. И цепи, чтоб не свистнули, блядь. Замок этот открывается за 3 секунды. Давай, прими, право пропусти меня. И ты, гад, ты сейчас влево будешь принимать. Я понял. Да ну нафиг. Озера. Озерск. Не, ну вы петляете туда-сюда, это, короче, долго будет. Вот конем. По тротуару. Хотя этот тротуар тяжело назвать, там, грунтовая грязная дорога. Я думаю... Обозначение тротуара оно не подлежит. А-а-а! Вот это фуры ближе туда подъехать не никак, блин. И до сих пор здесь не залатали дороги. Ямы раздолбали, поставили знак ямы. И вообще нафиг она нужна, вот это а! Дорога была, нахрен это раздалбливать было. Запылил глаза. Визор поздно опустил. Капец какой-то. С машин. И машин же ж трафик, офигеть какой, никто не остановит. Где же наши активисты? О, дошел до пятой передачи. Хотя рано. Еще мы сильно не годуем, покатим. Ну и здесь мы с вами уже ездили. Кажется, я тут уже несусь. Надо сбавить жару.
не прыгнул на нейтральное. Ну, здесь тоже мы уже катали. Я извиняюсь, спасибо. Я ж быстренько. Quick. Поднимаем ножки. Эх, не успеваем. Постоим на красный. Выбивает иногда, или не довключаю. Вообще-то красава. Бесец, вообще просто красавчик. Поехал, жми тапку в пол. Не ползи. Чувачка я не успел. Причинно-следственная связь. Так, ну что тут снимать? Батареи у меня и так мало. Остановлю, наверное, видосик.